Мы продолжаем серию видео «Чему нас научил карантин?». И в этом блоке я бы хотел уделить внимание социальным связям. На наших глазах, к сожалению, очень сильно обострилась, с одной стороны, проблема домашнего насилия. Люди, находящиеся в постоянном внутреннем конфликте и межличностном противостоянии, вынуждены, не осознавая даже свою слабость, проявлять вот такие крайне отвратительные формы поведения. И с другой стороны, люди, которые настроены позитивно, созидательно, которые находятся в мире сами собой и с окружающими, проявляют невероятные вершины благородства. И я, например, это очень сильно ощутил в отношении наших сотрудников и наших партнеров, подавляющее большинство из которых, когда неизвестно было, сколько продлится карантин, приняли на себя часть ответственности за наш бизнес и согласились помогать нам не без оговоренной даже платы. От результата, по сути, ставь все своего рода партнерами и предпринимателями в нашем бизнесе. И эта история очень сильно вдохновляет лично меня, потому что и тут даже вопрос не о деньгах. Это такое проявление отношений и ценности наших взаимоотношений, которое навсегда останется как в памяти, так и в сердце. Поэтому я очень призываю вас, обратите внимание, какие ценности заострились и проявление каких ценностей заострились у вас лично в этот период и у вашего окружения. И это станет очень хорошим поводом подчистить ваш внутренний порядок дня и в том числе улучшить ваше окружение. Сейчас очень хороший для этого момент.